отель Аурума эксклюзив. Отель также идет полностью бунгального типа, то есть основного корпуса в отеле нет, только зона ресепшн. Номер категории эко-рум. В отеле эксклюзив. А вода соленая? Также по расположению номеров все корпуса это двухэтажные. Номера категории стандарты, они есть и на первом, и на втором. На втором этаже номера категории семейные есть только на вторых этажах. Лифтов нету, подниматься по лестничке. Концепция также идет, как и у всех отелей Аурум. 24 часа все включено. Wi-Fi только на ресепшене. Сейф номера бесплатный. Прямо находится главный ресторан. Внизу находится пул-бар. Он работает 24 часа в сутки. Бассейн и пляж. Пляж немножко под наклоном, но также шире кусок. Причем еще такой особенностью все отели Аурум является то, что в основном они работают на Европу и на СНГ. То есть турков в отеле очень-очень мало.